бывшим парнем. И он ко мне подослал... Свет, нет, что нет. И он тогда ко мне подослал девочку, чтобы она взяла мой инстаграм. Так и познакомились. Дуже дякую, Рома. Тебе тоже с праздником. Чув цю історію. Ну, от вижу, мене знову спрашивають. Он мне писал, ну, Миша писал, но я никого не бросала. Мне писал Миша. Ну, я, типа, очень сильно морозилась от него. Я его даже блокировала, чтобы понимали, чтобы он мне не написывал. Я рассталась с этим мальчиком, с которым я была на море. Познакомилась с другим. Начала с ним встречаться. Простречалась с ним почти год. И потом, я не знаю, каким образом я рассталась вот с этим мальчиком, с которым я пробыла год. Захожу в заблокированный, смотрю Миша, думаю, бля, такой мальчик красивый, думаю, возьму лайкну ему фотку. На следующий день он уже приехал ко мне в гости. Ну, как ко мне в гости? У меня двор был на тот момент, был частный дом. И он ко мне приехал, и мы на улице посидели. Это было поздно ночью. Мы посидели, пообщались. И после этого начали видеться каждый день. Вот так и закрутилось. Потом карантин. И начали жить вместе. Буквально спустя 2 месяца, по-моему. Ну, такая вот у нас история. И он переехал в твой город? Нет. Мы в одного города. О, я здесь жила недалеко от него, кстати. Очень близко. Мы вместе уже идет 4-й год, как мы вместе. Ты на йогу ходишь? Я хожу на растяжку. Я не говорю в эфире, сколько мне лет. Где он сейчас? Сейчас он на работе. Скоро будет, через 30 минут где-то. Амина вредная, я не вредная. Я очень добрая девочка. Так. Теперь нам надо жарить мясо. Самая доброта. Конечно. Пашо, ты хочешь сказать нет? Хочешь сказать, что я злая? Что пьешь? Водичку. Ты что, порезалась? Где? Блядь, я тебя сейчас заблокирую тупорылой. А что? Что я уже, блядь, сделаю в этой жизни? Это, кстати, подарочек для Миши. Я из Одессы. Мне звонит подруга. Потом перезвони ей.
Он? Пока что нет. Ну, мы договорились вечером. Все. Не знаю, но, типа, для меня главное, чтобы не уделили внимания. Я не смотрю, типа, на подарок. Перезайду. Там, наверное, что-то срочное.